Всем привет! Мы где-то здесь. Где-то это курортный поселок Нижнеевхино. На территории сейчас будем санаторий Нижнеевхино. Пойдем погуляем. Да. Поселок посмотрим, полюбуемся местными красотами. Так, все выкашено. Когда мы приезжали последний раз, вот там гуляли, там розы цвели. Ну, конечно же, они уже процвели, это понятно. Конечно. Что они уже процвели. Солнышко яркое. Птички поют. Да нет, не птички, а радио играют. Радио играют. Яблоня, знаешь, как яблоня? Где? Во. Видишь, видишь? А, вижу, да, точно, яблоки. А, нет, что-то цветет еще маленько. Ага. Вон розовые розы. Розовые розы. А под ними вербейник манечатый. Да. Да. Сиреневые цветочки. А сиреневые — это лобелия. На, однолетняя. А смотри-ка, вербейнику-то ведь нормально. Да. Самое главное, чтобы он это прирос, и все. Больше ему ничего не надо. Угу. Это у них, по-моему, административное здание. Да. Пойдем покажем карту. Да. Такая вот карта здесь. Что здесь находится? Питьевой бювет. Так, мы с тобой в какую сторону? Без разницы. Без разницы? Пойдем оттуда. Пойдем. Престиж там магазин. Пойдем. Престиж, так престиж. А, смотри, какие зайки. И Винни-Пух вон тот остался, еще не убрали. Угу. Зайчики. Дванчики. Дванчики. Чики, пальчики. Трикотаж, меха, престиж. Прям на березу, видишь, показатель. Ага, чтоб не забыли где. Ну, мы пошли, видите, какими-то окольными путями, но... Ярмарочно-выставочный центр. Наверняка тут тоже что-то продают, скорее продают всего. Одежду. Вон, да. Висит на улице прям. Угу. Там жилые дома. Видно все. А вот там тоже какой-то магазинчик, да, походу? Престиж называется. Тоже а, вот как раз этот меха-то. Да. Так сюда же приезжают, что, люди отдыхают, приезжают с деньгами, им хочется что-нибудь еще купить новенькое. А тут как раз на тебе магазин. Ну, смотри. Все, в принципе, чистенько, да? Посмотрим. Здание, вот смотри, облицовано, все выведено, о, вся водосточная система. Теннис на сцене играет, забыл, сколько что-то есть. Я здесь ходил в водостане, все давно. В магазин-то не пойдем, да? Не, мы в магазин-то не пойдем, мы по территории тут пробежимся. Немножко. Кстати, в основном, знаете, есть ли видео про Нижнеевхино в Ютубе? Мы ходили не этими путями. Так нет, и другие, кто ходил тут, тоже снимал, здесь вот не ходили ни разу. Вот именно с этой стороны санатория. Да. А мы вот сегодня еще хотим сходить до другого санатория. Да, тут рядом еще находится санаторий Лесная Нос. Может, они вот что-то там. Тоже мы 100 лет не бывали. Ну как, 11 лет не бывали, не 100, а 11. Смотрите, территория ухожена. Да. Цветов, конечно, не так много. Ну, это потому что сторона-то обратно, вот с той стороны цветет. Ну там где-то тоже не так много. Ну, больше, чем здесь. Ну, больше, чем здесь. Здесь их нет, а там они есть. Ну, мы, как говорится, и с изнанки зашли тоже. Да. Почему бы и не посмотреть, что тут на изнаночной стороне. А, кстати, я думаю, что вот, видишь, здесь эти мусорные баки. Угу. Желтые, я думаю, для медицинских принадлежностей, почему мне кажется. Все закрывается, видишь, чтобы нельзя было. Видите, все прибрано, убрано, а все. А вот, которые серые, здесь, ну, простой мусор, а там именно медицинские, наверное. Всякие шприцы, есть же как бы это
Медицинское. Ой, ладно, все, не перебирай. Пеленочки всякие разные. Сейчас, сейчас ты все расскажешь. Тут. По-любому. По-любому. Всяко разное. Грязи не сделал. Видишь, на замочке желтый. Так и есть для медицинских отходов. Чтоб туда никто не лазал. Да. А слушай, а где эта тропиночка-то в лесную тоновь? Мы ее с тобой найдем потом, да? Найдем, но мы что, пойдем туда сразу? Или по санаторию гуляем? Мы еще по санаторию гуляем. Потому что пока мы с тобой гуляем по каким-то хоз этим. Или что, там пойдем? Сюда пойдем? Или тут обойдем, раз уж мы тут не были? Да? Это постирочная. Угу. То есть санаторий автономный. Да. Никуда ничего не возит, свое белье стирает сам. Не знаю, нас с тобой что-то занесло куда-то совсем. В общем, даже не похоже, что мы с тобой в санатории-то гуляем. Где-то по каким-то этим лазим. Ну мы сейчас выйдем, не переживайте. Наверное. Под трубами, а под дорогой. Вот нас занесло-то. В общем, мы перелезли через трубы. Идем дальше. Идем дальше. Дальше ехать. Дальше идти. Хорошо. Но зато, смотрите, зато мы знаем, что и за... С изнаночной стороны. С изнаночной стороны, за основными корпусами все отлично, да. Все да. Чистенько, все прибрано, убрано. Чинно. Все благополучно. О, эти штуки есть. Да ты че? Пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим. Переходи туда. Ну, она, по-моему, закрыта, нет? А, ну да, заходи. Хочешь, заходи. Можно в волейбол поиграть. Можно поболеть за тех, кто играет на скамеечке. А можно прийти и позаниматься. Активно, так сказать, провести свое время. Покидать вон баскетбольный мяч. И напрячь свои мышцы. А слушай, а там еще какая-то коробка даже. Давай. Ой, тут прикольно, какая-то другая, да? Так, это вот так пользоваться. Вот это как пользоваться, надо же здесь одинаково, наверное, да? Теперь вот так вот. Так. О! Раз. Отлично. А, слушай, они зеркальные. Да, да. Как на коне. Скачешь. Как хорошо, что есть сегодня ветер. Прекрасно вообще. Коттедж. Ну что, пойдемте дальше. Нам придется еще искать ту тропинку, потому что мы тоже ее не знаем. Да. Где же?
Не знаю. Да, по-моему, мы где-то туда выходили. Ладно, пойдемте дальше.